Здравствуйте! Мы рады снова приветствовать вас на канале Продар Медиа. И мы с вами сегодня в финале нашего цикла анонсов первой книги трилогии «Русская школа верховой езды», которая обязательно займет почетное место в библиотеке каждого конника. Настало время объявить правильный ответ на последний вопрос нашего цикла. Вопрос был следующий. Этот принцип лежит в основе обучения лошади от олимпийского гран-при до полевой езды, а также он един для двух видов искусств – выездки и музыки. О чем идет речь? Правильный ответ на этот вопрос прямо сейчас нам объявит мастер спорта международного класса по выездке, призер Всемирных конных игр и Большого Ахенского турнира Валерий Тишков. Правильный ответ на нашу загадку – единый темпоритм. Темп отражает скорость, а ритм – распределение во времени повторяющихся действий. Как и в музыке, где темпоритм создает единство композиции. В нашем с вами случае темпоритм является основой подготовки лошади. Ведь именно темпоритм лежит в основе выездки на любом уровне. Это подмечали и известные конники прошлого. Автор русской конной Библии Иван Бабинский вывел формулу, позволяющую при помощи изменения темпоритма снимать зажатость у лошади, способствуя развитию ее гибкости и выработке правильного ответа на средства управления. С этой же целью один из первых представителей классической школы, Чезаро Фиачи, предлагал проделывать различные упражнения под музыку. Связь музыки и выездки поддерживается и сегодня. Успешный кюр – это всегда гармония, темпоритма, движение лошади и музыкальной композиции. Желаю вам успехов в освоении выездки и гармонии с вашей лошадью. Благодарим всех, кто присылал нам ответы на эти непростые вопросы. И поздравляем победителя, которому мы отправляем подарочный экземпляр первой книги «Русская школа верховой езды» с автографами авторов. Приглашаем всех конников узнать еще больше о загадках и секретах выездки в нашей новой трилогии «Русская школа верховой езды». Обязательно ознакомьтесь с информацией в конце этого выпуска о том, как приобрести первую книгу трилогии и подписаться на остальные. А я желаю вам всего самого лучшего. Будьте всегда на коне!